Не, ну кто знал? Ну ты знал? Я не знал. Не, ну а кто знал-то? Здорово. Времена нынче непростые. Настолько непростые, что скоро придется брать кредит, чтобы купить новые струны. И я же взял на себя смелость разобраться, что же у нас есть сегодня на рынке, и что можно покупать, и при этом оставить при себе обе почки. Добро пожаловать на мой топ струн. Это мой разговорный формат, где я покупаю струны, ставлю при вас здесь на гитару. Сегодня это будет бас-гитара, так что басисты, заходите, присаживайтесь на диванчик вместе с моим замечательным котом. И будем смотреть, что же у вас там происходит, потому что у вас там цены просто какие-то вот... Бесконечность не предел! Я купил какие-то струны, сейчас не помню уже какие, долго шли, все-таки пришли. Ну что же, распакуем и посмотрим, что там внутри. Поможешь? Помоги. Вот, да. Во, да, поддень ногтем. Давай, ногтем. Вот, молодец. Вот, давай. Давай, помоги мне. Открой. Спасибо, сэр Мэриот. О! Сегодня у нас нас ждет фирма Western Strings 4 Strings Guitar Set от компании Western. Что у нас тут написано? А написано у нас здесь и немного. Electric Bass Strings B405-05, B4505. 5-10-5-4-5-10-5. Очевидно, это калибр струн. Stainless Steel Core. Никель. Волшебное слово. Никель Low Wound. Long Scale. Medium Tension. They speak English and what? Из того, что понятно, Long Scale долгая игра, типа Medium Tension, среднее натяжение, что, в принципе, для меня хороший показатель, потому что, ну, можно сделать будет на басу строй пониже и рубить метольчик. Купить пятиструнный бас — это для слабаков. Мы покупаем четырехструнный бас и понижаем его до ля. Все, made in China. Скромными, еле напечатанными буковками. Что же из себя представляет фирма Western? Предлагаю познакомиться с ней в интернете. Открываем наш замечательный браузер. Western Bass. Ну да, просто Strings. Что же ты такой? Одна реклама. А где же сам производитель-то? Нету. Что-то официального сайта как-то не нашлось. Ну хорошо. Давай посмотрим, что хотя бы пишут в магазине про эти струны. О, бас. О, сколько стоит. Дешевле, чем на гитару. Под маркой Western производятся музыкальные инструменты и аксессуары.
все инструменты заслуженно завоевали любовь начинающих музыкантов. Не вижу здесь смысла особо что-то тут пытаться найти и что-то прочитать, так как мы с вами здесь не глупые ребята и способны сложить 2 плюс 2. Струны для басухи, которые стоят 1000 рублей и позиционируются как для начинающих музыкантов. Что можно от них ждать? Но интересно посмотреть, на что же они способны. Но в музыкальном мире часто бывает так, что и серая лошадка может удивить. Ауч! Сильно захлопнул, и мне очень неудобно. Снимаем наше старое и ненужное говнецо. Чтобы сэкономить время, возьмем кусачки. И раз, и раз. Ух ты, блин. Давай, раз, коротко. Раз. И два. И три. А вот уже сложно. Ладно, эти мы раскрутим. Мне в ламы. Где моя крутилочка? Берем крутилку и крутим. Кайфы! Кайфы! Ой, я вас разбудил. Извините. Режим тишины. Масло! Классные звуки вообще. Теперь берем наш вестерн, дикий вестерн, и начинаем насаживать. Какая интересная китайская упаковка. Они каждую струнку в отдельный пакетик. Упаковка не без без изысков, зато и очень понятно. Тут у нас первая, ну, соответственно, тут у нас вторая, тут у нас третья, четвертая, с нее и начнем. Давай, китайский полиэтилен! Какие же, ох, как, на ощупь очень прикольно, кстати. Такой мягкий, так тебя хочется подтискать. Нет, нет, не такой уж я и мягкий, хватит! Даже как-то гладенько прям. Мое почтение. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Что ж, в этот раз я буду аккуратней. Постараюсь таким быть. Собственно говоря, стараться-то мне особо и не нужно. Потому что струна сама по себе довольно-таки тонкая и идеально подходит под нашу гитару. Мне даже ничего вырезать, отрезать и не придется. Идеально подходит под наш размер. Так что если у вас какая-то длинногрифовая гитара, лучше не стоит. Ну все, последние струнки поставлены. Время поиграть. Первое звукоизвлечение новых струн. Бесценно. Что? Я кайфую от китайских струн? Чё? Что? We'll be right back.
Обалдеть. Китайцы, вы чё? Вы чё? Не, ну серьезно, вы чё? Что происходит? Чё так хорошо? Впечатление просто божественное. Это что такое? Это вообще законно? Китайцы, вы чё это? Мне хочется на них играть. Они классно звучат, гитара с ними раскрывается в лучших своих тонах. И они стоят недорого. Допустим, у меня сегодня концерт, поставив вот этих ребят за день до концерта, хотя, конечно, это... Мы, конечно же, все музыканты так никогда не делаем. Нет. Ну, в общем, вот эти ребята... себя оправдают. Посмотрим, что будет дальше. Какой кайф. Слушайте, эти струны, это просто вообще находка какая-то. Китайцы, вы чё? Вы чё, вообще шуля? Почему-то хорошо. Почему-то хорошо. Это просто топчик. За такие деньги басовые струны дешевле, чем гитарные и звучат. Причем месяц прошел. Да, появилась некоторая ватка. Он уже не такой обертонистый, не такой жирный. Чуть-чуть совсем вот стало как-то вот, ну, вот новатенько, но бас все равно звучит по-прежнему круто. И это одни из самых дешевых струн, которые есть, если вообще не самые дешевые, которые есть. Слушайте, ну как бы, мое почтение, Вестон. Благодаря этим струнам я хочу стать басистом. Наверное, вы задаете вопрос, а как он определяет, какие струны везде хорошие, а какие нет?
Все очень просто. Когда вы играете на инструменте и не можете от него оторваться. Кайфуете, получаете удовольствие. А это ли не самое главное? Но это девятка. Это однозначно девятка. Цена. И они звучат лучше, чем струны, которые я тестил за 3000 рублей. На минуточку. Было тогда. Сейчас я не знаю, сколько они уже стоят. У вас уже 5 или 15, кто их знает. Тем не менее, если понравился видос и хотите меня поддержать, можете ознакомиться с другими моими творческими проектами. Знакомимся с моими проектами. Знакомимся. Заклинаю тебя. Посмотри мой видос. Еще один. А потом еще. И подпишись. Люблю я такие вещи, которые кайфовые. Я все-таки взял на себя с... Что это? Я решил себя выяснить, что же есть у нас сегодня на рынке, что можно такое покупать, чтобы не продать почку. Про почку я уже говорил. Для своего любимого инструмента и при этом остаться с языком-то. Без сценария, без цели и без нет, с целью. Где я без сценария? Все. Шуточки у меня закончились. Эу! Камера села. Блин, если она не записала, это такой... На четырехсторонном басе. Почти в октаву. Я тебе говорю, купи просто шестиструнный бас. Да не, ну ладно. И играй с дисторшеном. Да не, ну ладно. И играй с дисторшеном. Да не, ну ладно. И играй с дисторшеном. English motherfucker!